Друзья, мы с вами продолжаем играть в Sims 3, и сегодня у нас рабочий, обыкновенный рабочий день, после которого мы с вами, пожалуй, сделаем что-нибудь интересное. Но, во-первых, я бы, конечно же, хотел, вот вы посмотрите, да, у нас карьера, все прекрасно, кроме механики. И у нашего героя вот тут вот чистить душ обыкновения. Я так думаю, что мы почистим этот душ, и потом его же и попытаемся изучить, да, то бишь как-то механику поднять. Или его, или, возможно, сгоняем тогда книжицу какую-нибудь купим. Вот, и чтобы, как говорится, день совсем уж... Ты чё стоишь, Ирин? Отправляйся домой. Совсем уж, как говорится, отлично прошел. Я так думаю, что мы с вами сделаем экскурсию в ту часть города, в которой мы еще с вами никогда не бывали. Да и Ирвин тоже, пожалуй. Вот эта скорость... Это мне нравится. Блин, я даже не успеваю отслеживать. Кстати, смотрите, это что, близнец наш пошел? Точно в такой же одежде. Так. Ирвин как-то сюда забежал. Так, 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 кормить Линдси. Ты что там хотел вообще сделать? Покушать что-нибудь, да? Давайте посмотрим. А, да, действительно, согласен. Согласен. Давайте что-нибудь такое. Съесть остатки. Ну, не знаю, остатки эти у нас уже с вами тут давным-давно. Давайте ирландское рагу, что ли. Посмотрим, как оно там с качеством. Микроволновка есть, разогреет. Так, самое главное, чтобы качество было приличное. Ну-ка. Высокое качество, отлично. Хороший холодильник, кстати, да, вот уже неделю стоит у нас там это рагу, которое мы готовили, я уж не помню кому. Кто-то к нам в гости приходил, короче говоря. Так, хорошо. Вот это тогда мы с вами почистим до блеска и... Почему-то тут у нас вот это недоступно, да? Может быть, потому что мы сидим кушаем, но не знаю. 14-15 часов сейчас, и найти семена плюс 250 счастья всей жизни. Приготовить еще раз ирландское рагу, но, пожалуй, я не буду этого делать. Вот, полить растения. Ну, как бы это поливаются растения, да? Давайте выключим. Что их понапрасну заливать-то? Да и тем более за воду платить. Так, ну давай. Странно. Может быть, что грязное. Из-за этого мы с вами не можем его, да, вот... Не принять душ, не самоочищение. Ну, здорово. Так, хорошо. Вот, теперь мы можем изучать устройство или улучшение самоочищения. Давайте посмотрим, я уж... Не помню, откровенно говоря. У нас повышается механика в этот момент или нет? Или это у нас просто так? Похоже, это просто так, да? То есть у нас... Мы с вами улучшаем, но, к сожалению, механика при этом никак не взаимодействует. Так, возьми телефон. Только начинаешь что-нибудь делать, да? Чем-нибудь таким серьезным заниматься. Кто-нибудь обязательно или звонит, или в гости приходит. А, вот смотрите, механика все-таки повышалась, да? Лаймовый дефицит. В ресторане заканчиваются лаймы. Руководство готово скупать их у фермеров по бешеным ценам. Вырастите лаймы очень хорошего или лучше качества. 3 штуки. Доставьте их в ресторан и будете вознаграждены. Лаймы. Что такое лаймы? Это салат латук. У меня вообще даже семян таких нет, поэтому, к сожалению... Нет, 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 горит. Я такого знать не знаю и знать не хочу. Может быть, у нас есть эти лаймы, нет? Это у нас карпик. В количестве 2 штук. Это у нас тыква. Да нет у нас такого с вами. Не надейтесь на многое. Хорошо. Не будем надеяться на многое. Так. Все-таки хотелось бы механику нам поднять. И... Собственно, вот уже вечереет, я так думаю, что как раз самое время пойти туда, куда мы с вами пытались
Так, здесь опять праздник продолжается. Не сегодня. Праздник продолжается, но, пожалуй, это не сегодня, а я хотел сегодня пойти вечером, осенним вечером, пойти вот сюда. Вы представляете себе, да? Как все это должно выглядеть со стороны. Вместо того, чтобы идти на праздник, наш Ирвин сейчас пойдет на кладбище. Может быть, цветочки кому там положит, какому-нибудь... Короче говоря, кому-нибудь. Но, конечно же, не это самая главная цель. Так вот, ну, буквально чуть-чуть осталось. Как раз у нас свечереет, вообще так ночь наступит, да? Собаки воют, там привидения бегают. Я думаю, что достаточно так хорошее время мы с вами взяли для того, чтобы волосы дыбом стояли. И хотя у нас вроде бы как Ирвин человек разумный, так скажем, ученый, да, он не верит в привидения, всякое сверхъестественное и так далее. Но тем не менее, у страха, как говорится, глаза велики. Так, ну давай, чуть-чуть там осталось его доделать. Я, может быть, после этого и менять его вообще не буду. Этот душ. Усовершенствованный. Так, и посмотрим, что тут у нас. Ну, досуг нам нужен, да. Вот сейчас как раз и будет этот досуг там. Пойдем в какой-нибудь склеп позаглядываем. Может быть, какую-нибудь интересную вещицу найдем. Так, и чуть-чуть, вот вы видите, да? Улучшить что-нибудь у себя в доме, объектом становится душ. Он не скоро забудет эту гордость, которую испытал, сделав что-то своими руками. Буквально чуть-чуть мы с вами подняли механику. А почему, собственно, так мало? Потому что, наверное, она у нас довольно-таки сильно развита, да? Да нет. Так себе. В общем, здесь я так думаю, что без книги не обойтись. Смотрите, сколько нам всего нужно, да, для следующего повышения. Нифига себе, садоводство тут. Так, что за жуткое место? Ирвин Стефан посещает кладбище, он не забудет темноты. Да, место действительно жутковато. Мы сейчас с вами побродим. Действительно, вот смотрите, собаки лают, да? Осмотреть. Может быть, отсюда сейчас привидение выскочит. А, он смотрит на цветы. Тут у нас какое-то озерцо. Я все к тому, что... Так, а сюда? Устроиться на неполный рабочий день. Посетить, обследовать катакомбы. Вот это как раз то, что нам, мне кажется, с вами нужно. Для того, чтобы привнести в свою жизнь немножко остроты. А то все работа, да работа, праздники какие-то постоянно. К сожалению, да, мы с вами не можем отследить, что тут сейчас у нашего героя будет. Глаза по 5 копеек. Так, а нет ли здесь каких-нибудь семечек, там, чего-нибудь такого эдакого интересного? Кстати, тут у нас вот дорожки куда-то есть, да, вообще... Это у нас что? Это на работу. Это у нас дорожки отсюда на работу. Заканчивая исследование, он никогда не забудет все те ужасы, которые его поджидали. Вы только взгляните. Действительно, да? Так хорошо подошел к исследованиям. Как говорится, не спустя рукава. Что даже халат где-то там потерял. Облазил все. Но, к сожалению, да, ничего не нашел. Я прав. Да. К сожалению, нет ничего. Ну, не знаю, Ирвин, с таким видом. Вот как раз, если бы сейчас кто-нибудь сюда пришел, я думаю, что Ирвин наш бы здорово кого-нибудь бы напугал. Ну вот, к сожалению, да, у нас выгравировать эпитафию, скорбеть. Это что значит? Он прям сидит здесь будет и гравировать, что ли, эпитафии? Вот, кстати, у нас, смотрите, что-то есть интересненькое тут. Сразу же за кладбищем. Ну, давайте возьмем неизвестное особое семечко. Раз. Два. И что-то еще тут у нас. О, да тут их целая куча.
чего-то разбросанного. Вот, и после этого отправляемся уже домой. Хватит, мне кажется. Нагулялись мы с вами. Там праздник идет, а мы тут с вами по кладбищам шастаем. Находку — это неизвестная особая семечка. Да. Хорошо. Как он насчет того, чтобы прохлада тут вот как-то так, да? Не мучает его прохлада. Отправляйся-ка ты домой. Иначе 1 градус тепла, да вот так вот в самих трусах тут шастать. В таком вот виде. Я так думаю, что можно и приболеть. Ненароком. Нам этого с вами не нужно. Нам нужно карьеру во что бы то ни стало. Сделать отличную карьеру. И потом уже задуматься там о всяких семейных ценностях. Там всякой другой ерунде. Короче говоря. Так. Ну что, мыться давай. В улучшенном душе нашем. Это ж надо было так вымазаться. И куча целая семечек у нас с вами всяких разных. Картофель несколько поесть, посадить. Вот, я хотел поесть картофеля. И интересно будет посмотреть. А вот она, ужас. Строение минус 35. Да ладно. Ты уже дома моешься, смотри, в горячей воде. Тут везде тепло, светло. Возможно, кто-нибудь в гости притащится еще. Там он праздник, я даже слышу отсюда музыку. Да ладно! Да что за... Это глупость настоящая, я считаю. Что значит поесть сырой картофель? Почему я не могу? К сожалению, да, почему-то я не могу вот здесь вот изжарить картошечки себе. Ладно, так, возможно, действительно нам с вами нужно... Но питание нам не нужно уже. Досуг, бодрость, общение. Давайте мы кому-нибудь позвоним, поделимся этим ужасом, который испытали. Настройки, позвонить персонажу. Кому же мы позвоним поболтать? Кто тут у нас такой... Вот это вот вроде бы когда что-то тут... Что-то намечалось у нас с вами. Не знаю, если не спит персонаж. Немножко потрещим. Потрещим, и потом мне вот говорили, что вот здесь вот мы можем с вами репетировать речь. Достойное завершение достойного дня. Короче говоря. Вот, и у нас... Что тут 5 дней до времени года зима? Я так думаю, что успеем мы еще... сгонять. Так, пообщался. О кексах разговаривает. Или что это? А, это у нас кубики. Детские кубики. Так, хватит. Интересно. Как это выглядит все со стороны. Wanna leave Verkazabul? Verga Zing. Sasume Bonita. Shibo Nibagi? Igni Batsoi Basagi? Да, не быть тебе пока что оратором, к сожалению. Но тем не менее, задатки какие-то есть. Так, завтра у нас вот здесь вот тоже нужно было бы собрать, да? Да, урожай. И я не знаю, 5 дней осталось. Может быть, высадить действительно? Вон те интересные семечки, которые мы с вами нашли. А вдруг что-нибудь? Улучшить 5 штук предметов. Плюс 1000. Но это такое задание. Ну, давайте мы его возьмем, но я не знаю. Это довольно-таки длительный процесс. Мы с вами можем ту же самую 1000 получить, скажем, вот такие вот мелкие, да, задания выполняя. И быстрее. Так, ладно, 23 часа хватит. Спать. Это все, конечно же, прекрасно. Бодрость у нас с вами никакая. Настроение практически нулевое, хотя напряженное, да? Хотя, что там напрягаться?
Так, изморозь, изморозь. Вот я к чему говорю, что если мы с вами высадим эти семечки, то не замерзнут ли они? И тем более, что зима у нас скоро вообще. Кстати, насчет, да, минус 2. Минус 2 градуса. Едва ли что-то будет тут у нас произрастать с вами. И каждый раз здесь вот, смотрите, да, движуха какая-то начинается в 3 часа. Кто-то звонит там к ним, кто-то приходит, уходит. К сожалению, да, посмотреть нельзя. Было бы интересно. Что там творится? Так, что тут у нас? Да хватит спать, Ирвин. 5 часов. Так, 5 часов. Значит, что мы с вами делаем? Ну, как всегда, воспользоваться. Сделать небольшую пробежечку. Потому как тут вообще, вот вы только взгляните, да? Ну, ноль сейчас, но с виду такое вроде бы как снег выпал. И крыши белые. И растения наши немножко подмерзли. Так, и потом нам с вами нужно что сделать? Простые, держать ритм. Дольше упражняться без изнурения, вот так вот. Посмотрим, что у нас тут. Досуг. Ну, я так думаю, что... партийку в шахматы. Сделаем. И потом уже перед самым выходом на работу. Скушаем, пожалуй. Кстати, тут у нас есть этот английский пирог. Может быть, съедим? Да сколько там этого ирландского рагу, что мы никак с вами его не можем... А приходовать, как говорится, да? И я бы выпил что-нибудь вот с печеньки и что-нибудь такое. Попробовать что-нибудь еще. Клубнично-карамельный капучино с двойными сливками. О, это с утра просто прекрасно. Мне кажется, после пробежечки, да? Так, ну, изнурять мы себя, конечно же, не будем. Смысла я в этом особого не вижу. И, кстати, нам бы душец принять потом. Раз уж такое дело. Раз уж мы с вами побегали здесь, нужно было сразу же это сделать. Ну да ладно. Еще успеем. Так, и раз... А, кстати, смотрите, у нас логики буквально чуть-чуть остается. Но эти чуть-чуть, конечно же, за час мы с вами никак не сможем. Ладно, тогда мы тоже это вот так вот сделаем. Вечерком кого-нибудь пригласим и тогда посидим немножко. Я думаю, что если останется у нас немного времени до работы, то мы просто на компьютере поиграем там полчасика буквально. Какую-нибудь стратегию, да? Что-нибудь такое интересное. И уму, как говорится, и сердцу. Кстати, Линдси надо не забыть покормить. Что тут у нас? Качество хорошее пока что, да? Отлично, один раз приготовил, целую неделю жрешь. Ух ты, даже, смотрите, у нас изморозь даже на окнах появляется. Что тут у нас? 3 градуса. 3 градуса, скоро автомобиль приедет. И, пожалуй, тут что-то мы с вами не успеем сделать. Давайте тогда... Да обойдемся мы без душа с вами. Нормально. Нормальный такой естественный запах у нашего Ирвина. Это же не какая-нибудь химия, верно, да? Вот, а это, конечно же, мы с вами выпьем, интересно. Капучино клубнично-карамельное. Бодрячка, тем более, что я так думаю, получим. Так, ну отвечай давай. Не прочь поболтать, что скажет Ирвин Стефансон. Ну, как-то даже странно. Ну, давайте буквально чуть-чуть поболтаем.
Может быть, я не прав, может, нам сегодня на работу не надо идти? Конечно. Сегодня у нас суббота. Отлично. Тогда, как говорится, у нас с вами и карты в руки. Тогда мы все успеем сделать. Так, я вот не видел, куда он дел. Это капучино. Рюкзачок? Да нет, вроде. Вроде бы как у рюкзачки нет. Книги давайте. О, кстати, пирог. Вы помните, мы покупали с вами книгу? Пирог. Давайте тогда сейчас и изучим. И вот у нас драгоценности. Мы можем с вами куда-нибудь их продать или просто где-нибудь складировать, насколько я помню, да? Как-то так странно оно складируется. Ну да ладно. Объявляет распродажа товара. Можно купить со скидкой 40%. Хорошо. Прямо сейчас мы тогда с вами рванем. Я как раз подумал насчет... Так, сменить одежду. Верхнюю, да? Вот, и пойдем мы тогда... Иди сюда. Сгоняем в книжный магазин с утреца в субботу. Ну что может быть лучше? Покупать. Стать партнером 7000. Хм, интересно. Интересно, возможно. Возможно, мы с вами действительно станем партнером. Почему нет? 9000 у нас есть. Там будет какой-то доход нам капать из этого магазина книжного. Нужно будет перетереть с менеджером этого магазинчика. Собственно. Так. Я хотел что-то по навыкам посмотреть. Механика для того, чтобы получить какой там у нас 5-й, да? Слишком много тут у нас требуется 6-й уровень навыка, понятно. Так, а механика? Логика. Бит или не бит? Уровень навыка сейчас 4-й. Обаяние. Ну, обаяние, я так думаю, что мы с вами сами, да, там возле зеркала поговорим. Механика том 3, механика том 2. Или я купил ее, или вот она, перекройте воду. 3-й уровень навыка, механика, уровень навыка, сейчас 4-й. Что бы это значило? То есть, если я куплю, то я не смогу прокачать? Да, или как? $305. Ну, давайте мы возьмем, добавим в корзину. Что-то я, правда, не вижу скидки здесь. Вот, и что-нибудь такое возьмем для души, как говорится. Колдун из Палладии. Фэнтези берем. Не все же научные книжки читать всякие, да? Игра проколов. Так, ну, День благоволения. Ну, дорогая, нифига себе. Ноты обучения детей. Книги по рыбоводству, кстати. Молчание рыб, как ловить рыбу ангела и омаров. 5-й уровень нам с вами нужен. А здесь по рыбоводству есть у нас логика, садоводство, обаяние, механика, кулинария. Нет. То бишь тут мы сможем с вами только знать, что ловить, да? То есть после того, как мы прочтем, мы сможем что-то поймать, но сам навык не прокачаем. И рецепты. Какой-нибудь еще такой интересный рецептик бы. Ох, нифига себе, вот это цены. Фруктовое парфе. Я не помню, откровенно говоря, есть у нас это с вами или нет. Ангельский пирог. 10-й уровень нужен. У нас сейчас с вами 6-й. Ну, действительно, горящий это торт. Естественно, мы с вами рататуй. Давайте вот. Так, итого 343 бакса, да? Хорошо. Так, и я хочу стать партнером. Что бы это ни значило. Короче говоря, Ирвину понравилось. Книг много разных, да. Действительно думает, почему не вложить свои, часть своих денег и не получать потом из этого доход.
Тем более, что мы с вами заработаем. Застелить постель счастья 150. Кстати, народ вроде бы как переоделся. Перестали бегать в майках, да в платьях летних. Да, вот потеплее как-то одеты. Так, завязать с бесполезными тратами и сделал это вложение. Отлично. Вот он как радуется. Ирвин стал совладельцем заведения «Книжный магазин Знайка». Теперь вы имеете право получать прибыль. Каждую неделю «Книжный магазин Знайка» приносит доход. Естественно, чем больше партнеров вы привлечете, тем больше доход вас ожидает. А еще с несколькими партнерами заведением легче управлять. В общем, ладно, будем разбираться с заведениями, с партнерами и так далее. И я уж было подумал, что совсем замерзла, да? Ну, народа здесь нет, естественно. Суббота, 11 часов, дрыхнут еще все. Там вон привидение шастает. Ладно, мы с вами отправляемся, собственно говоря, давайте посмотрим, что тут нам нужно. Гигиена, досуг, бодрость и естественные нужды. Моргана, ну просто проходу не дает. Наш Ирвин, все верно, читает книги. Нефиг отвлекаться на всякую всячину. Так, я вот думаю, может быть, сходить куда-нибудь в кино, например. Досуг мы же с вами можем повысить таким образом, правильно? Или это у нас посетить театр, посетить занятия, а когда у нас представление в 12:00? А у нас, ну так... А, вот так вот, хорошо. Обождем немножко. Так, сходить в кино. С акулы, безумный ортопед, ходячая плесень, темные цветы, я морковь, аэронавты. Ну давайте. Давай с Морганой сходим, что ли. Народ начал подтягиваться. Эрин Кеннеди здесь, наша соседка. Ну что, народ, вы идете смотреть или нет? Скоро представление закончится, 40 минут уже идет, да? Они там топчутся. Да, наконец-то поняли, минус 30, хорошо. Так, и я надеюсь на то, что, конечно же, у нас с вами досуг немножко повысится. Это было бы здорово. Это что такое? Весело провести время с компанией. Счастье всей жизни. Пока Ирвин наш веселится, смотрит фильмы, давайте посмотрим, чего мы здесь с вами можем сделать. Во-первых, приходила почтальонша, нет? Нет. Ну... Да, я-то думал, что мы с вами на работу отправимся. Я представляю, что может подумать Моргана о запахах нашего главного героя. Принять душ. Давайте, как говорится, пускай лучше поздно, да, чем никогда. И я так думаю, досуг как-то слабо. То ли ему неинтересно там на аэронавтов этих смотреть. Даже уменьшается. Ну ладно. Так, и я хотел все-таки... Мы с вами кое-что прикупили, да? Давайте посмотрим. Механика. Потом вернемся домой и почитаем механику. Все-таки попытаемся поднять свой уровень. Вот. И что-нибудь... Что-нибудь бы улучшить. Ну, например, вот это вот. Изучать устройство и улучшить самоочищение. Чтобы нам не приходилось его с вами постоянно драить. Вот. Но я так думаю, что этим мы с вами займемся уже в следующей части. Я на этом с вами прощаюсь. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока.